Приветики всем. Ну что, я сейчас в аэропорту и улетаю за девчонками. Вон сзади стоит самолетик. Визывер. Из Ганновера лечу сейчас забирать девчонок. Украину, ну как забирать, сама еще погащу, конечно. И заберутся. Сейчас все люди уже заходят, поэтому я уже тоже пойду. Лечу в Украину. Все, я прилетела. Сейчас уже в Киеве. В автобусе. Тепло, но обещают, говорят, дождь с градом вроде бы. Было днем 34, а в Германии 17. Сейчас вышла с самолета, прям теплотень. Так, приветик всем. Привет. Здороваемся. А на каком канале? На моем. Почему не на моем? Все, я уже в Украине. Мы сейчас уже кушаем. И я. Завтракаю. Обедаем. Да. Обедаем. Мне специально... Мне качечку зажарили, мне качечка моя. А я моя. На маме не стою. Все домашнее. Все домашнее. Вкуснотень. Нужно взять штурку. Давай. Я вчера уже снимать не стала. Вот вчера. Сегодня утром. Ты будешь кушать, насыпать тебе, мила. Будешь тоже? Насыпать картошку. Ты уже супчик ела? Да. Какая картошку принеси? Сегодня с супу скажу. И я суп уже сегодня ела с раня. Мама. Сними меня. Все, мы вкусно покушали, позавтракали. Сейчас наш дружный отряд. Едем на пруд. Едем на пруд, да, на ставок. Купаться. Купаться. А я виноградник уже. Квас с собой захватим. Квас захватим. Погнали. Ой. Все, мы приехали. Сейчас тут дядя мой живет. Настя. Сейчас будем купаться. Наша тетя. Ваша тетя, да. Мама. Мохито. Угу. Мохито. Или мохито, да. Самый вкусный напиток теперь в моей жизни. В моей жизни, Эрик. И холодный чай. Да? Я выбрал 455. Ого! Сколько? 455. Мам, песен я у мамы, тебя пару буду слушать. Офигеть. И это же дико на русском. А, надо, правильно, на английском мне не надо. Мне. Не мое. О, это все убирай. Если б так, я бы себе скинул и все. Чего? Алло, Зинский, наверное, дома чи нет? Дома? Откуда ты знаешь, что они дома? А, мали в помощні. О, а смородина є чи немає? Нема. Вже все? Я так люблю цю смородину. Я люблю чорну. Смородина вже все, так? Да? От була? Не знаєш? Боже, так треба. У Ларисі ж там багато смородини. Ну, погукай. Ну що ти мухи напускаєш? Заклачує вас, де і стоїть. Давай біжи, привет, Настуня! Ходи, приветичек! Ой. Давно не да, вообще! Да, давно. Дивка! На ставок? Да. Да? Батьків немає? Ні, вони десь... А, вони поїхали мені обоє купляти. Помощну поїхали? Да. А, що, тебе ремонт буде? Да. Я переселяють мене на вулицю жити. На вулицю? І обоє для цього, да? Нічого собі условія. Давайте, переодевайтесь, пишите на ставок. Ну только покупаться. Ой, водички. А, мам, только покупаться. Ой, водички. Покупаться? Ну да. Бай, ломала ногу, ставила, поверить. Бай, будь цели пули надо мной. Слай.
Ой, построил через. Боже, составила. Милочка поет на фоне, но я, к сожалению, показать не могу. На Ютубе нельзя показывать детей в купальнике. Поэтому слушайте, а вон те купаются. Красота. Я лежу. Отдыхаем. Где они там все? Все, приехали, накупались, мороженое заехали, купили, да? Прикольно мороженое. Тут шоколад. Покажи немножко двор, тут такой виноград растет. Мама, смотрите. Мама, смотри. Там я так облизаю. Я так облизаю. Облизываешь. Потом отламываю. Облизываю, а не облизаю. Да, ну эти двеки красивые. Да, эти закрыты зараз, да? Ну, це треба і вечором буде теж зняти. Ну, утром ось як сьогодні приїхала, да, було класно, вони цвіли. Да, відкриваються. Ну, все одно. Уточки. А там далі вже дивилось. Ага. Стадо. Да? А то на тебе ще гавкає? Ну, вже все, да, Елочка? Вже все, привикла Елочка. Виноградик. Шикарный. Я сейчас покажу маме. Ой, что это так? Привет. Я сейчас покажу маме хатки, которые мы сделали у бабули и у дедули. Пошли. Да. Вот ихняя кухня. Да. Ну ты давай свои хатки показывай. У дедуля Макна вон белочка. Это не, не белка настоящая, а ее так зовут, это собака. Сарай, гараж, дедуля. Ходите. Благодарю. Идите. Подожди. Тут у дедули все его барахло. Okay. Очень все нужное, да? Это моя хата от Эмилина. Ага, у каждого своя хата, да? Ага, это твоя. Вот моя хата. Ну-ну. Тут моя кухня. А ну-ка, давай, можешь посмотреть, зайти? Да. Ну, давай. Тут, ой, все постелено. Постелено. Ой, раздуваются. Обувь. Обувь надо снимать? Да. Можно я отсюда уже поснимаю? Давай тогда. Да. Вот есть тряпка, чтобы убираться. Ага. Вот телевизор. Там можно присесть и там можно присесть. Это моя стиральная машинка. Тут еще карты есть. В стиральной машинке? Так. Это моя кухня. Ой, телефон а даже. А это запасные дверь. Это телефон домашний. А это лук. Ты охотишься? Да. Угу. Я сама сделала. Ну, обалдеть. Хатка yes. У тебя. А сейчас мы пойдем. Пошли в Милину. В Милину все, давай. Мила, проведешь экскурсию по своему дому? Мила там хорошо сидит. Все, постелено. Там тоже. Нужно в обуви заходить. Угу. Хорошо так. Так. Мама, там кухня. Рассказывайте, что у вас где находится? Давай я. Давай по бырыку. Тут можно посидеть. Угу. Вот такая. Тут диван, в общем, да? Да. Тут можно приготовить, там взять ингредиенты. Тут вообще сама кухня. Тут входишь, тут зал. Это кровать. Можно спать. А это телевизор. Угу. Ну, отлично. Все. Обалденные домики, конечно. Молодцы, сделали себе, да? Сами. Сами все сделали. А у Милы там еще запасной уголь. И уголь. Да, я смотрю, у нее тут и уголь, и дрова, все есть, да? Да. И телефон тоже есть? Да. Обалдеть. Дедуля нам дал. У дедули все найдется, да? На все да. Случаи жизни. Да. Мы выходим из хаток. Из двора хаток. Гараж я вам не буду показывать, там не выбран. Там гараж, дилья машина. Вот всякие. Пристройки? Да, типа того. Сарайчики, да, кладовки. Тут сарай для. Ну, вы уже видите, кочаняк. Пожалуйста, кости заметила. Thank you.
Да. Вот цветочки. Они распускаются вечером. Когда прохладно, они вот распустятся, да. Утром. И эти распустятся. Ага. Да. Вон собака, белка, пошлите. Ну, ее видно. У них белка. Там у них качки. Утки, да, загон для уток? Качки. 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 Это домик от белки. Это был от малыша. Это вообще Кузя, но он там не прячется особо. Угу. Милин велик. Вон сам Кузя лежит. Угу. Его можно теперь гладить. Он дается. Вот вход. Заборчик. Вот дерево черешни. Зеленое. Вот здесь кухня, мевда. Там погреб. Тут кухня. Там погреб. А там куры, видите, вот там заборчик закрыт. Там куры. Угу. И эти курчата. Угу. Вот Элочка лежит. У мамы раньше была тоже собака Элка. Но угу. И вот почему они назвали Элка ее, потому что она еще похожа на мамину собаку раньше. Тут виноград растет. Виноградик. Там всякие цветы. А вот самое классное — скважина. Самое прикольное. Скважина только свеже сделана. Да. Всякие цветы. Пошли дальше. Тоже тут вот сама хата. О, вот ягоды. Как их называют? Ежевика. Да, ежевика. А покушать. О, сколько тут спелое. Ну да. М-м-м. И дыни, мам, еще будут. Обалдеть. И кауны. Сейчас мама сюда присядет. Ну, не надо. Покушать. Потом, после съемки. Угу. Посидайся. Угу. Сейчас нарву чуть-чуть на дорожку. Много витаминов, кстати. Да. Идем. Таблетка. Вот цветочки, вот виноград еще тоже растет, но этот виноград должен быть черный, причерный. Этот можно уже кушать. Угу. Я его вырежу. Вон там растет, там растет. Вон там куры, я говорю, тут там туалет, вот там еще туалет. Там дерево, но это не то, которое я садила, мам. Угу. Это другое, тоже. О, смотри, это вы кушаете? Да. Можно набить, покушать. Вот их не кран. От косточки абрикоса. Кран, туалет, холод, душ. Летний. Банки. Ой, кстати, моя резинка. Огород. Идем? Пошли. Смотреть. Там еще пчелы. Вообще не безобидные. Но для мамы... Для мамы обидные. Маме нельзя. Маме нельзя, чтобы ее пчела укусила, да, мам? Угу. Яблочко. Яблочки. Что такое? Я каждую пчелу могу растоптать. Чтобы тебя не укусили. Эй, знаешь, что это дерево возле яблочек? Там абрикосовое, но там абрикос, жалко, уже нет. Что еще? Давай помидоры показывай. Вот помидоры. Собираешь помидоры и огурцы? А? Да. Там у них еще пчелы, все такое агрус. Это плантация помидоров. О, там есть помидорки. И тут тоже, мама дорогая. Маме пришлось достану одну помидорку. Там будет червяк. Будешь? Там еще, смотри, есть. Будешь? Вообще яблоко надо догрызть. Я тебе привет. Давай. Я вот вижу. Вон сорви какой-то. Я тебе сорву сейчас. Ой, фу. Испорченная.
Портятся сейчас, да? Угу. Дожди, говорят, были много. Где мама не помогает? Капец. Немножко лопают, ну, надо взять пособирать. Берка. Да, ну, я вот тут погрызу. Пошли дальше покажем. Это кайф. Пошли дальше покажем. Вкусняха. Будешь мамать помидорку? Угу. На это съем. Тогда эту я съем. Или ты хочешь? Маме, помню, у них были помидорки черри, да? Вкусно. Да? Угу. Вот это вот огород родителя. Вот отсюда вот граница, где кукуруза. И аж туда по вот ту кукурузу. Вот это все плантация. Морква там, да? Угу. Угу. Ага, вот морковка. Это ее. Растет тыноча. Это у нас что? Горох вы ели? Да. Это тоже не там тыквы. Что... Вот новая кукуруза. Угу. Это кукуруза. Кукуруза, вот свекла. Вон арбузики. Да, вон кавуны. Какие арбузики? Свекла. Кавуны. Кукуруза сладкая. Но не это... Вон то сладкая кукуруза. Там, да? Это нормально и там. Давай кавунчик поищем и дынь. А есть уже спелые, да? Вы уже ели? Я пойду туда посмотрю. А ну этот? Ну я смотрю, чтобы хвостик был чуть-чуть уже подсохший. Это подсохший? Я не разбираюсь. Нет. Я пойду дальше посмотрю. А дыньки где? А дыни там. Дальше рвали уже сегодня, хотела сказать, вообще. Да. Вон это есть. Нет, не подсох. Вот ничего такой вроде бы, смотри. Хотя, он вроде желтенький. Мама, а этот? Маленький. Мама, а этот кавунчик? Не знаю, зай. Я думаю, еще нет. А, вот дыни. Да. Знаешь, чтобы дедуля с бабулей выбирали, они лучше понимают в этом, да? Я тоже понимаю. Ой, вот дыня вообще уже испортилась, сгнила. Где? Но эти я не знаю, они спелые или нет. Наверное, еще. Должно хотя бы... В общем, надо, чтобы бабуля с дедулей посмотрели. А да? Это? Ну вот, вроде бы, ничего. Даже не пахнет, что-то не знаю. Мы обзор делаем. Вон дедуля пусть лучше смотрит, я не знаю. Угу. Дивимся, мы не знаем, як вибрать. Кавуни. А, ну все, якщо в погребі є. Всі хороші вже, да? Мені дуже морковки хочеться. Ну, сорви собі морковку. Під краном помою. Є помідори, скільки я накіяв тут. А помідори взагалі ще тут. А потім семена, але ти бачиш, воно мене не... Я не вмію морковку тягати. Лопаються, да, я бачу. Які черніють. При збиток влаги. Да, да, да. Дощів, да, багато було. Да. Я ще перед цим полив. О, подожди. Що ти хочеш?